Так. Вот. Ты думаешь, как мне красная не очень? Красная очень. Это сарказм? Да, упаси бог. Ой. Не надо, не надо. Пусть звонит. Черт. Извини, сложный очень клиент. И вообще, я хотела с тобой поговорить. Чего, прямо сейчас поговорить, что ли? Ну, можно потом. Лучше потом. Ой, ты знаешь, не могу, надо ответить. У нее эти Брейси и там вообще так это все опасно, ну мало ли что. Ой. Алло? Да, Наталья Ивановна. Нет, ну что вы меня не разбудили. Нет, 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 я не сплю. Угу. Ну что вы? Ну откуда у вас такие мысли? Ушел? О, Господи. Да что вы, и вещи забрал? Я поняла вас. Но вы так не переживайте. Я сейчас к вам приеду. Куда? Куда ты сейчас поедешь? Ну, конечно, мы с вами спокойно посидим. Да, все обсудим, обо всем поговорим. Конечно, Наталья Ивановна, все, не переживайте, беру такси, еду к вам.